Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Сантаро. С вами, как всегда, Ольга, и тема нашего расклада сегодня – взаимная любовь. Мужчина, который придет в вашу жизнь для взаимных чувств, для взаимной любви и счастливого будущего. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. Для начала вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Давайте посмотрим, в каких энергиях вы выйдете. Так, ну что ж, мои дорогие. Ну что ж, вот смотрите, вы вышли прямо в энергиях мечевой королевы на сегодняшний день. И очень вероятно, что здесь женщина, расклад очень активный будет для женщин, которые находятся в воздушной стихии, или же вы прямо сейчас в такой энергии, когда хочется отсечь прошлое и принять что-то новое, да, в свою жизнь, принять какое-то новое знакомство, новое интересное общение, новые отношения. Я вижу, конечно, что позади прямо разочарования какие-то остались. Хоть я вижу, да, что вы много прикладывали усилий. Вообще такая женщина, очень она даже на себя рассчитывает. Интересно, хороша. И вот я вижу, что вы много сделали для своего счастья. Здесь по пятерочке кубков я бы сказала, что есть момент какого-то разрыва, ухода. Но, вы знаете, я вижу, что, возможно, вы как-то думали о том, можно ли было что-то исправить и изменить? Можно ли было, да, что-то сохранить, исцелить, да, предыдущие какие-то отношения? Но старший аркан суд показывает, что все сложилось так, как должно было сложиться. Возможно, очень предыдущие отношения несли за собой, знаете, какой-то вот вихрь определенных перемен. Но я вижу, знаете, что вот как мужчина некий остался позади, а вы ушли вот как бы абсолютно в новое, в свое будущее. И это была некая судьбоносная ситуация, потому что вот старший аркан суд показывает, что вы идете как бы за своей мечтой и за теми отношениями, которые сделают вас счастливой женщиной. На меньшее вы не согласны. И по сути на сегодняшний день действительно в некой степени отрезали, да, некого человека из прошлого. Он остался позади. А вы как-то вот пошли дальше. Возможно очень, что за какими-то серьезными отношениями у вас шли какие-то попытки. Попытки построить, начать какие-то новые отношения. По сути, возможно, где-то забыться, да, отвлечься. То есть какие-то были отношения промежуточные. Я вижу, что за вами очень так заглядываются мужчины. Вы очень интересны мужчинам. И вы знаете, вот я бы сказала, что некие события, они как-то вот подталкивают вас, знаете, вот в новое, в некое свое судьбоносное войти. Ну, давайте посмотрим немножечко на оракуле. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Вы знаете, с одной стороны, женщина на сегодняшний день, возможно, кто-то скажет, что вы человек скрытный, что вы человек погруженный, вот женщина погружена сама в себя, в свои какие-то мысли, жизненные вопросы. Вы не особо ищете какого-то одобрения извне. Вы ищете одобрение сама в себе. Женщина очень так, знаете, тверда характером. При такой очень красивой внешности, вот прямо мощный характер. И, возможно, кто-то даже скажет, что колкий. Вы, смотря на себя в зеркало, можете сказать, что вы обычная женщина. Но так скажут единицы. А большинство скажет, что в вас что-то есть. Что-то необъяснимое. То, что действительно к вам притягивает. И на сегодняшний день я вижу, что вы с одной, вы знаете, как вот первые цветы весенние. Вот они такие нежные, такие хрупкие, такие желанные и такие сильные. Особенно сильные. Вот вы, как вот эти первые цветы весенние, вот вы, вот это ваш характер, вот это вы как такая. С одной стороны, вот посмотришь, такая вот прямо сама нежность женщина, сама элегантность. А там, знаете, такая вот целостность, такая страсть к жизни, такой момент и умение наслаждаться жизнью. Ну, давайте посмотрим. Вы сейчас прямо перевернулась карта богиня, женская магия. Это вам присуще. Вы человек, который умеет найти ключик к любому человеку. Вы умеете найти подход к любому человеку.
Лишь бы вам это было интересно и вам это было нужно. Женщина, которая очень вероятно, ну прямо обладает вот этой интуицией и женской такой, женской чуйкой, да, женским таким, женской мудростью. По карте богини я вам скажу, что очень много женских энергий, мощных, классных, которые действительно могут проявиться в любую минуту, в любую секунду. Мощный энергетический потенциал. И я вам скажу, что вот да, вот здесь вот идет момент, кто-то скажет, что у вас прямо что-то есть, да, вот как множество скажут, что что-то у вас есть, что-то вы умеете цеплять. Не просто себя показать в красивом наряде, да, вот как-то привлечь внимание, а у вас прямо есть какая-то вот глубина, что-то возможно под корочкой льда. А ледом этим, знаете, являются вот эти какие-то предыдущие, возможно, разочарования, в которые вы никак не хотите возвращаться, в какой-то предыдущий сценарий, да, и, возможно, очень даже был в вашей жизни человек, который, ну, как-то, знаете, имел какие-то определенные иллюзии, что вот шансы не закончатся, что вы там навсегда его, да, а вот я вижу, что вы вот прямо в конкретном сейчас состоянии отрезать и отсечь, и действительно для прошлого вы уже холодны, а вот для будущего вы расцветаете весенними цветами, для будущих отношений. Я вам скажу, что да, возможно, кто-то скажет, что вот к вам тяжело подобрать ключик, что вы на сегодняшний день, возможно, знаете, в таком вот состоянии, как подо льдом, да, вот некая холодность, скрупулезность, некий момент четкости, да, как лучше я наперед, да, что-то вот как просмотрю, ну, скептицизм, вот он присущ. И вы знаете, возможно, вы даже сами думаете, что вот тяжело найти, чтобы нашелся тот мужчина, который ко мне подберет ключик. Вот как его найти, такого человека, и когда он ко мне придет? А я вам скажу, что карты вот показывают, что близко этот человек. И даже вот этот момент неких судьбоносных событий в вашей жизни, да, он говорит о том, что вот этот человек близко. И придет он действительно уже с ключом. С вашим идеальным ключом. То есть он вам очень подойдет. На сегодняшний день вы, да, вы женщина, которая, возможно, ждет того человека, который подберет правильный ключ, который найдет к вам подход, возможно. Потому что вы человек очень общительный, очень обаятельный, открыт к общению, в общем, да, открыт. Но что касаемо личной жизни, вот здесь прямо такой холодок вот сейчас. Почему? Ну вот для прошлого это вообще, знаете, айсберг в океане, а для новых отношений вы очень даже красиво откроетесь, хоть, возможно, на сегодняшний день пока что не видите желаемого человека. Да, вот эти какие-то, знаете, там мелкотня какая-то, она вокруг вас вертится, какая-то шушера. Почему вы такая прямо ресурсная женщина, такая смачная, да, и внешность ваша, и ваш энергетический потенциал, и что-то в ваших глазах вот действительно притягивает к вам. Вы очень интересны, вы очень привлекательная женщина. Но, возможно, вы воспринимаете вот тех мужчин, которые сейчас вокруг вас, ну, все да не то, понимаете, вот все да не то. Вот есть тот момент, как бы в каждом из них что-то есть, но мне нужен некий собирательный образ, мне нужен вот какой-то вот человек, который в себе соберет и некие внешние данные, и некую харизму, шарм, и успешность, да, то есть мне нужен такой вот ресурсный прямо человек в партнеры. Почему? Да потому что вы сами ресурсные, но вам уже надоело кормить кого-то своим ресурсом. Вам хочется быть уже в равноправных отношениях, где рядом с вами ровня мужчина, где с вами мужчина, который мощнее вас, да, и где вам не приходится кормить кого-то своим ресурсом, а просто расслабиться, насладиться, где-то, возможно, укрыться за широкой спиной любимого человека. То есть вот здесь вот такой момент. Ну, давайте посмотрим еще немножечко, буквально несколько карт. Вы сейчас. Вы знаете, я вижу, что вы очень интересный человек для окружающих. И знаете, вокруг вас могут быть какие-то определенные разговоры.
вот интересует людей ваша личная жизнь. Вот здесь вот это безгранично точно есть. Очень вероятно, что это может быть с какой-то ревностью связано. Вот женщина чувствует какую-то определенную конкурентность, да. И вот они бдят, да, вот они бдят. Они как-то вот вас не списывают, да, со счетов, а очень где-то так придерживают своих партнеров, когда вы появляетесь, потому что, ну, вы действительно умеете произвести впечатление. Но я вам скажу с другой стороны, что с одной стороны они как-то остерегаетесь, не теряют бдительность, но с другой стороны я вам скажу, что у вас очень такие правильные принципы жизненные, и правильное понятие счастья своего личного. То есть вам чужого не надо. Вам не надо чужое. Вам нужно свое, да? Но вам нужно то, что будет именно вашим, исключительно вашим, и все. Ну, давайте посмотрим еще одну карту. Вы сейчас. Ну да, здесь очень даже хорошая интуиция. И вы знаете, она как-то кристаллизуется. То есть со временем она будет становиться еще мощнее. Вы человек, который живет с сердцем, которому очень тяжело навеять какую-то иллюзию, потому что, возможно, некое внешнее, оно для вас не так значимо, как внутреннее состояние человека, с которым вы общаетесь, с которым вы входите в отношения. Вы как-то живете по зону сердца, и это очень правильно, это приведет вас к настоящему счастью. Хоть, возможно, на сегодняшний день, да, вот это сердце, оно все треплет, да, треплет ваше сознание и не дает вам покоя, потому что можно было бы успокоиться, да, с кем-то там ужиться, так сказать, и коротать свою жизнь. Но нет, сердце хочет переживаний, сердце хочет любви, настоящих чувств. И здесь я, конечно, вам скажу, что у вас сейчас очень благоприятное время встретить любовь. Очень благоприятное время, сколько бы вам ни было лет. Потому что вот здесь даже карты показывают некую энергию, направленную вверх, очень активную. Да, по карте жрица вы на лезвие ножа. Да, вы в состоянии отсечь прошлое и принимать исключительно что-то новое для себя. Но и в то же время некий момент равновесия, а уже хочется вот из этого равновесия выйти, да, отпустить вот эту ситуацию и войти в классные отношения с человеком. Ну, то есть такое вот прямо искреннее желание. Ну что ж, мои дорогие, давайте будем смотреть дальше и посмотрим, какой же мужчина войдет в вашу жизнь, какой человек войдет в ваше пространство. Итак, смотрим мужчину. Что за мужчина войдет в вашу жизнь и в ваше пространство? Покажи нам этого мужчину. Что за человек? Что за... Ох, девочки, король кубков. Первой же картой у нас вышел. Первой же картой. То есть, да, я вам скажу, что прямо первая карта как бы на призыв. То есть, очень вероятно, возможно, вы какие-то чистки самостоятельно делали. Действительно, прекрасно настроены сейчас на отношения. Ну, вот смотрите, человек прямо вышел сразу на призыв, как бы на зов. Действительно, человек с любовным интересом, который появится очень даже быстро. Я вам скажу, что вот этот мед, да, как некая подсказка нам, что человек из вот этих, да, мотыльков, которые и здесь крутятся, то есть это очень даже, я вам скажу, человек близко к вам. И вот этих три мотылька показывают, что да, в вашем окружении есть, да, такие вот, возможно, где-то легкомысленные мужчины, которые так или иначе ухаживают за вами, но не дают вам нужного ресурса, нужного то, что вы хотите. А я вам скажу, что очень близко у вас, ну, вероятно, новое знакомство. Очень может быть. Очень может быть, что прямо новое знакомство. Но я вам скажу, что этот человек, он не так... Вы знаете, он может быть сейчас и далеко, но вот он приближается буквально к вам. Он к вам приближается. И действительно, некое пересечение дорог столкнет вас с этим человеком. Здесь вот эти пчелы, да, очень нам указывают и некую такую... работоспособность, да, этого мужчины. Работоспособность, то есть он много работает.
И вот этот мед показывает, что человек очень даже так, знаете, в финансовом плане очень богат, потому что мед – это богатство, это слава, это наслаждение жизнью. Это все присуще вот этому мужчине. И да, он идет для любовного, для любви, да, для истории любви с вами. И вы знаете, вот здесь прямо на карте вот такая река. То есть этот человек на очень длительное время вообще в вашу жизнь идет. И как пришло ему время появиться в вашей жизни, и приходит он на очень длительное время. Вообще-то, я вам честно скажу, чрезвычайно довольна, потому что вижу, что прямо действительно в вашу жизнь идет достойный мужчина. Вы знаете, что да, здесь показывает любовный интерес. Для кого-то может пройти водная стихия, то есть мужчина водных стихий. Или же он вообще-то очень такой, знаете, хваткий человек, но именно к вам он будет проявляться очень любящим человеком. Ну давайте посмотрим на этого нашего короля кубков, на этого нашего влюбленного мужчину, да. Покажи нам его. Ох, девочки, вообще вот. Это очень статный и очень такой классный мужчина. Благородный. Да, между вот этих каких-то мотыльков, это прямо мужчина, который будет вам заметным, на которого вы сразу даже обратите внимание, который вам вот по всем вашим каким-то принципам очень подойдет и понравится. Мужчина с большой очень такой перспективой. Я вижу, что он много работает, и возможно даже ваша встреча, она так или иначе будет связана с некой рабочей поездкой этого мужчины. Он очень часто ездит, но вы знаете, прямо здесь вышла Рыцарь жезлов, старший аркан солнца, показывает на некий момент, что мужчина сейчас свободен, что он, знаете, как сейчас пока что не отдал предпочтение какой-то вот женщине. Хоть вообще-то мужчина очень харизматичный, очень интересный, и очень большая вероятность, что он прямо, ну, нравится женщинам, он привлекательный мужчина. Вы знаете, здесь очень мне проходит человек среднего, чуть выше среднего роста, не слишком высокий, очень такой, знаете, гармоничной структуры тела. То есть не могу сказать, что прямо такой накачанный, большущий, мощный, да, но и далеко не худой человек. Очень такой гармонично сложенный мужчина. Я вам скажу честно, этот человек, да, возможно, занимается спортом, просто поддержать фигуру, да, просто поддержать свою силу, свое физическое состояние. Но работает мужчина головой, зарабатывает он головой. И вы знаете, что на сегодняшний день имеет очень хороший результат. Здесь, конечно, я вижу, что да, мужчина прямо, знаете, по рыцарю жезлов готов действовать, готов проявляться. И в момент, когда вы с ним встретитесь, начнетесь общаться, да, этот мужчина прямо будет очень ярко проявляться. Здесь очень мне проходит, что человек, что мужчина, вы знаете, вы можете быть уже, для кого-то может пройти момент, что вы уже знакомы. Или знакомство произойдет в ближайших 3 месяца. Потому что он вышел сразу первой же картой на призыв. Это говорит, что он уже в неком вашем энергетическом ментальном поле, то есть в ближайших 3 месяца вот эта встреча может состояться. Или, знаете, какое-то пересечение с этим человеком, однозначное сближение, потому что вот здесь прямо проходит, что мужчина держит к вам путь, держит путь для того, чтобы у вас было совместное будущее с этим человеком. Ну, давайте посмотрим характер этого мужчины, да, с чем, какой он, да, вообще человек, что это за человек. Давайте посмотрим характер этого человека, этого мужчины, который идет в вашу жизнь. Я вам честно скажу, вот притянется он на красоту. Но вот вы здесь даже идет такая вот ситуация, у него есть понимание настоящей, чистой, женской красоты, какая должна быть женщина. И я вам скажу, что ваш облик, он как-то вот, как будто бы уже есть в его сознании. Очень может быть, что кто-то уже знаком с этим человеком.
У кого-то встреча предстоит. Но здесь может проходить такая ситуация, что вы очень похожи, например, на его маму в молодости, да? Что-то есть, какие-то нотки в вашем голосе. Но он как-то вас вот четко сразу заметит, этот мужчина. И не пожелает отпустить. В прекрасном понимании, что будет жалеть, если вас отпустит, пропустит, да, как-то вот упустит момент вот вашей встречи. Вообще-то, этот человек, характер его, да, он любит красивых женщин. Ну вот, нравятся ему красивые женщины. Но вот поверьте, что вот среди всех красивых вы будете любимой для него. Его характер, да, ну вот смотрите. Вообще-то я вам скажу, что это достаточно обаятельный мужчина. Вообще понимающий, что такое красиво. Я бы даже сказала, где-то человек эстетического взгляда на жизнь. Очень аккуратный, очень, знаете, там нет каких-то излишеств, каких-то деформаций, скажем так. Но очень аккуратный, очень где-то, возможно, стильный мужчина. И вы знаете, ему присуща вот ценность красоты, вот красивого, да, то есть, возможно, очень даже, что этот мужчина как-то связан с торговлей, возможно, даже флорист, да, с флористикой может быть связан. Но здесь, конечно, мне больше проходит какая-то техническая, да, вообще у него сфера деятельности, технические какие-то знания, умения, да, но вот этот мужчина очень даже понимает эстетической красоты. Ну, сказать, что он дизайнер, возможно, что-то связано со строительством, да, так или иначе, понимание красивого архитектуры, да, вот красивого какого-то здания, красивого дизайна в этом здании, да, красивого ремонта в этом здании. То есть он может быть связан со строительством. Вот так мне идет, и очень, знаете, такое понимание. Вкус у него есть, очень имеет хороший вкус этот мужчина. Возможно, очень даже разбирается в музыке, да, любит музыку. Возможно, очень даже часто ее слушает, как бы на общем фоне. Для кого-то может пройти, что даже имеет какие-то, знаете, элементарные музыкальные способности, умеет там играть на гитаре, да, где-то на пикнике, при шашлыках, при рыбалке, может и на гитаре сыграть. Возможно, это такой очень такой уровень, скажем так, любительский, но все же есть ощущение красоты и есть чувство ритма. И чувство, знаете, звука, да, вообще. Вообще-то я вам скажу, что на сегодняшний день этот человек очень даже хорошо себя чувствует в материальном плане. То есть, да, он где-то подобрал правильный ключ, плюс ему еще где-то и очень даже и везет. И в материальном плане у него даже очень хорошо идут дела. Он умеет взаимодействовать с людьми, договориться, возможно, какие-то даже переговоры он ведет, умеет понять, да, что человек вообще хочет, к чему он стремится. И на сегодняшний день я вижу, что в материальном плане очень у него классно. Да, я вам скажу, очень не проходит что-то связанное со строительным бизнесом, или же это может быть автомобильный бизнес, но все равно человек эстет, он понимает, что такое красиво, да, как оно должно выглядеть, и что под этим, вообще чувство стиля, чувство вкуса, оно ему присуще. И как бы ничего лишнего, но вкус он и в том и есть, да, чтобы не было ничего лишнего. Но вообще-то очень аккуратный, очень такой привлекательный мужчина. Это не совсем коротко стриженный мужчина, это мужчина, у которого прямо так, ну, хорошо лежат волосы, это может быть прическа, это может быть аккуратная борода, так, знаете, прямо хорошо подстрижена, аккуратно, очень опрятно выглядит мужчина. Очень он опрятно выглядит. Ну, давайте посмотрим еще, вот что нам об этом человеке расскажут карты. Карта, знаете, старая карта свободы. Он свободен сейчас. Он действительно сейчас свободен. И я вам скажу честно, это его немножечко огорчает. То есть он хотел бы найти любовь. Он ищет свою любовь. Настоящих чувств, настоящих эмоций. А я вам скажу, что человек умеет любить. И это, знаете, будет проявляться в некой и заботе, и красивых ухаживаниях, и некой романтике, и вообще в некой чувственности этого человека. Очень отзывчивый мужчина. Хоть вы знаете, в деловой сфере, да, там не побалуешь. Но я вижу, что он как-то нашел вот свою нишу, свое место, очень даже хороший коллектив, и хорошо себя чувствует вообще человек.
Ну, давайте посмотрим еще немножко. Давайте посмотрим. Все-таки уточним момент его деятельности, да, или каких-то вот его жизни, да. Вот что нам расскажут о его жизни? Что нам расскажут о его жизни? Ой, девочки. Ну да, вот смотрите, жизнь ему дала шанс, и вот он этим шансом воспользовался. Но приложил он очень много сил, и я вам скажу, что на сегодняшний день это очень сильный человек, способный на очень верные, стабильные отношения, ждущий вообще-то стабильных и классных отношений. Здесь я вам даже больше скажу. Это человек готов где-то рискнуть. Он готов рискнуть. Действительно, вы знаете, по своему характеру очень добрый, очень отзывчивый мужчина, с которым приятно поговорить, с которым вот действительно отзывчив вообще в таком эмоциональном плане. Вместе с тем может выступить прямо вот такой надежной опорой для вас. Да, я вам скажу, что вот он ждет от судьбы некого подарка, да, подарка, который вот он будет по-настоящему хранить. Вообще-то, да, карты показывают, что этот человек готов к серьезным и верным отношениям и очень даже их ждет. В отношениях мужчина очень щедрый. Очень щедрый для любимой женщины, для, знаете, любимых людей вокруг себя. И вы знаете, что он щедр не только на финансы. Он щедр на эмоции, на любовь, на чувства, на опеку, да, вот, вот такой вот щедрый мужчина вообще. Давайте посмотрим некие минусы, и что выступит минусом, да, вот что вам нужно знать, какие-то черты характера, какие-то вот нюансы. Давайте возьмем одну карту из рун, посмотрим, да, что вам нужно знать, да, дабы вот как-то быть готовой, да, вот так вот спросим. Вы знаете, карта очень хорошая вышла вообще-то на этот вопрос. То есть, вы знаете, все будет освещено. Вообще-то этот человек однозначно сразу с вами выйдет на очень такие открытые, честные отношения, на очень серьезные отношения вообще-то, да, то есть у него первоначально будет очень хорошее мнение о вас, и это мнение, оно будет улучшаться, да, то есть оно будет углубляться. Вообще-то, что вам нужно знать о нем? Этот человек как-то резко выводит все на чистую воду, как-то резко все освещает. Вы знаете, с одной стороны, его показывает очень таким добрым человеком, отзывчивым. А здесь вот карты нам дали намек, что он добрый и отзывчивый, но он как бы очень смекалистый мужчина. И он все себе мотает, знаете, на ус. И очень хорошо он знает, кого остерегаться, кому можно поверить, а с кем нужно схитрить. С кем нужно прямо быть на острие ножа, да, нужно быть предельно аккуратным и осторожным. И даже я вам больше скажу, что этот человек может буквально испепелить своих каких-то конкурентов, своих, знаете, недоброжелателей, то есть он очень может проявить и другую сторону своего характера, поднять шторм, поднять цунами и отстоять свой интерес прямо-таки мощно и, возможно, даже жестоко. Что вам нужно знать об этом человеке? Что его доброту нельзя принимать за должное. И он какой-то вот неблагодарности, он не терпит. Какой-то наглости просто свесить на него ноги, да, вот он этого не потерпит. Да, по отношению к вам я вижу, что вам будет очень много позволено, да, то есть вам можно будет абсолютно все. Но есть какие-то вот пределы, да, и чтобы солнце не испепеляло, нужно быть все-таки благодарным и честным с этим человеком, потому что вот здесь идет момент, что он все равно правду узнает. И лучше от него, знаете, вот не скрывать какие-то глобальные вещи в своей жизни. Лучше открыться, лучше рассказать, лучше, знаете, открыть все грани. И этим вы заслужите определенное доверие этого человека. Но действительно какой-то обман он его откроет, раскроет. У него хорошее чутье, да, и он прямо чувствует, когда его обманывают. Но вы знаете, это очень такое качественное, присущее людям бизнеса. Они чувствуют, когда идет какой-то обман, когда идет какое-то вот увиливание. И здесь очень даже хорошо быть максимально открытой с этим человеком касаемо всего
всего в вашей жизни. Да, мы не можем открыть всего, да, но здесь прямо вот такой вот совет. Максимально быть честной с этим мужчиной и открытой. Чем больше вы будете любить его, тем больше он будет любить вам. Если у вас появятся какие-то тайны от этого мужчины, он их узнает. Вот такой вот момент. Он их узнает. У него есть какие-то и связи, у него есть какое-то внутреннее чутье. Так или иначе, какой-то обман вскроется все равно. И здесь прямо вот навіть даже не стоит стараться как-то вот этого мужчину обмануть. Это не касается каких-то женских штучек. Это не касается каких-то, знаете, таких женских мелочей. Это касается глобальных вещей. То есть... Кто вы, откуда вы, чем вы занимаетесь, да, что вы прожили, да, какие были ваши предыдущие отношения. Вот здесь прямо стоит рассказать. И вы знаете, и этот мужчина вам откроется. Очень вы друг другу, знаете, сможете открыться, и какое-то вот доверие, оно между вами образуется. Ну что ж, посмотрим еще, да, что нам о нем расскажут. Как, что вам нужно знать, да, вообще об этом человеке? Ох, девочки, что нам нужно знать? Что этот человек, вот вышел старший аркан Шут, восьмерка жезлов и туз жезлов. Этот человек придет скоро, придет как новое в вашу жизнь, да, придет как тот человек, который вас буквально вырывает, возможно, из некой обыденности вашей сегодняшней жизни, и который привнесет нечто, да, нечто интересное и нечто захватывающее в вашу жизнь. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим дальше и посмотрим мы вашу встречу, ваше пересечение с этим человеком. Давайте посмотрим. Ваша первая встреча, вообще ваше знакомство, да. Вот хочу сначала взять... Давайте, наверное, все-таки на картах посмотрим. Итак, ваше знакомство с этим мужчиной. Ваше знакомство, старший аркан жрец, девочки. Здесь это некая ситуация свыше. Прописана уже на сегодняшний день. Старший аркан жрец показывает, что высшие силы буквально приведут этого человека в твою жизнь. Приведут как взаимную любовь, как то, чего ты очень ждешь и очень хочешь, как некую награду для тебя. Но да, девочки, да, старший аркан жрец – это судьбоносная действительно встреча, это ситуация, как бы, эта встреча состоится свыше, да, будет дана свыше. Ну, давайте посмотрим дальше. Ваше знакомство с этим мужчиной, как оно произойдет. Как оно проявилось? О, девочки мои дорогие, вот смотрите, эта встреча какая-то вот прямо, вы знаете, вот такое ощущение, что вы как в одно помещение войдете, но с разных дверей. Возможно, это какая-то терраса летняя, да, возможно, это какое-то кафе или вот какое-то помещение, и вы как заходите с разных дверей, вот в разные двери входите. И, возможно, как-то и сидеть будете за разными столиками. Но вот как-то ваши взгляды пересекутся, и этот мужчина вот сразу активно начнет действовать. Здесь я вам скажу, вышел старший аркан влюбленный. Это некий выбор мужчины, выбор молниеносный, действия молниеносные. Действительно, по старшему аркану влюбленные, это чувства свыше, да, которые возникнут. И вы знаете, в окружении может быть множество женщин, но выберет этот мужчина именно вас. И как-то я бы даже сказала, что некое притяжение, интерес возникнет вот буквально с первого взгляда. То есть вы ему очень сильно понравитесь. Но почему мне вот выходит ситуация, да, что вы войдете как вы с разных сторон, с разных дверей, вы входите в одно и то же помещение, в одно и то же пространство. Вот знаете, как паж Пентаклей и паж Жезлов, как бы с разных миров, с разных дверей, возможно, как бы с разных жизней, с разных потоков, с разных дверей, да, вот вы окажетесь в одном пространстве. И действительно, вот вы как-то сразу окажетесь в центре внимания этого человека, то есть он вас сразу заметит. И здесь, конечно, даже на этой карте, да, вот девушка с мечом, то есть...
вы ему понравитесь, но сами, возможно, будете в некой настороженности и осторожности, да, по поводу этого мужчины. И, возможно, где-то в желании побольше, получше его узнать. И если что, да, меч наготове. Если что, вот да, у королевы мечей меч всегда наготове. И да, мне проходит, что вот как с разных миров, да, вот вы объединяете. Я бы даже здесь сказала, что для кого-то может пройти ситуация вокзала, аэропорта, как бы с разных миров. Очень может быть, что этот человек сейчас достаточно далеко от вас. У кого-то может пройти даже ситуация, вот как, ну, далеко совсем, да, в другой стране. И может быть ваше знакомство по соцсетям, по интернету, да, а вот первая встреча может состояться действительно на вокзале, в аэропорте, да. Или же, ну, вот мне прямо проходит помещение, где двое-две дверей. Большие очень окна и два входа, можно так сказать. И вот как вы входите в одну дверь, а этот мужчина входит в другую дверь. И садитесь вы как-то вот как далековато друг от друга. Или, ну вот прямо вот выходит мне, что вот с разных дверей вы в разные двери входите, но входите вы как бы в одну историю с этим мужчиной. Ну давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Это может быть какое-то вот прямо заведение, да, вот почему-то вот как большие окна, знаете, как-то все открыто и много людей вот в том помещении, где вы с этим мужчиной встретитесь. И будет много женщин, да, но на вас именно вот как-то вот внимание этого человека буквально остановится. И да, от него будут первые шаги. Возможно, очень даже как-то неожиданно для вас вот этот мужчина прямо вот как-то начнет с вами беседу, слово за слово, да, и как-то вот все потянется. Ну давайте посмотрим еще. Вот первая встреча, первое ваше знакомство, да. Ну вот да, по старшему аркану маг, этот мужчина, знаете, будет очень активный. И даже вот такой мысли, да, как бы сказать, остановиться, да, у него не будет. Почему? Да потому что вы как восходящее солнце. Вот вы станете сразу ему заметной. Возможно, сами вы будете в таком, вот знаете, желании отдыха. Возможно, это какой-то отдых, и он с одного места приезжает, а вы с другого места приезжаете, да, как вот как с разных дверей, можно сказать, с разных миров, с разных жизней. И оказываетесь в одном пространстве, действительно, вот познакомитесь с этим человеком. Потому что очень может быть, что это прямо место отдыха или место какой-то вот прямо остановки, да, там, где люди останавливаются. Но однозначно вам скажу, что это не там, где люди живут. То есть это какое-то вот место транзитное, да, вот как бы остановились, да, вот на некоторое время, да, и дальше люди движутся, то есть там не живут в этом месте. Это очень может быть какое-то заведение, кафе, ресторан, какое-то вот вообще какая-то летняя терраса почему-то мне проходит. Возможно, это какое-то место отдыха, да, но я вот четко вижу, что вот этот момент, когда вы в одну дверь входите, этот мужчина в другую, и вот это то место, где вам суждено встретить этого человека. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Посмотрим первое впечатление вообще этого мужчины о вас и ваше впечатление вот о нем. Давайте посмотрим. Первое впечатление мужчины о вас. Его первое впечатление. Первое впечатление мужчины о вас. Первое впечатление. Ой, боже, девочки, смотрите, мои дорогие. Ну, вот этот момент, что действительно... Здесь вообще-то карты интересно вышли. Вообще колода просто грандиозная. Во-первых, по семерочке жезлов его как дернет кто-то. То есть это ситуация, что его или кто-то туда потянет, да, то есть он будет с друзьями или там с коллегами, или... ну, с кем-то он будет, и его буквально, знаете, потянут в то место, где вы с этим человеком должны встретиться. И я вижу, знаете, что, ну, здесь прямо проходит момент, что определенно благосклонные духи, да, они как-то вот вас и столкнут с этим человеком.
То есть ваша встреча не просто так. Она действительно, знаете, как запрограммирована высшими силами. И я вижу, что да, это будет некий момент молнии, то есть внезапно. Ситуация, когда вот только что я думала о чем-то очень важном, и в один момент я увидела эту девушку, и все, более важного человека вообще ситуации вот в жизни моей нет. И вот вышла королева кубков, то есть да, вы ему очень-очень понравитесь. Такая нежная, такая приятная, такая интересная, такая любимая. Вот, девочки, я вам скажу честно, здесь есть момент некой благосклонности высших сил, да, вот при вашем знакомстве. И вообще это говорит о том, что вот эта благосклонность, она будет сопутствовать вашей паре. И будучи с этим человеком в отношениях, у вас все будет очень хорошо получаться. И здесь, конечно, да, идет ситуация, что вы буквально... Эта женщина меняет мир, да, вот эта женщина резко как-то вот изменила мой мир. Ну, давайте, я вот хочу еще на этой колоде вот посмотреть, вот первое впечатление о вас. Одну карту возьмем. Ой, снится ли мне? Что это за прекрасная женщина, что это за прекрасная бабочка? Вот так вот просто порхает. Вообще-то это ситуация какой-то вот взгляд. То есть очень может быть, что вы прямо столкнетесь с этим человеком взглядами, глазами. И, ну вот, интерес, он будет просто молниеносный. Да, действительно, молниеносный. Он будет думать о том, боже, не снится ли мне это. Но это некая такая ситуация, пьянящая даже, да, очень приятная энергия вообще от вас. И очень вероятно, вот эти глаза, да, показывают, что, ну, очень понравится ваш взгляд. Очень может быть, что это будет прямо столкновение взглядами, да. Вот как-то вы поймаете его взгляд, а он ваш. Это говорит о том, что, наверное, он вам тоже очень понравится. Ну, давайте посмотрим все же. Итак, ваши впечатления об этом мужчине, ваши впечатления... Пятерка мечей. Ну, я вам скажу так. Очень вероятно, что в преддверии вы кого-то отошьете. То есть, очень может быть, что за вами вот в период, когда этот мужчина, вот вы с ним встретитесь, да, там будут еще какие-то ухажеры, да. И вы, конечно, в некой такой, в таком моменте, что... Ну, давайте посмотрим, да, то есть... Верховная жрица на острие ножа и десяточка жезлов. Первые впечатления об этом мужчине. Ну, посмотрим, как он будет действовать, как он пройдет мои задания, да. То есть, я вижу, конечно, этот мужчина вам понравится, но вы не будете спешить с некими выводами очень быстро. Старший аркан Верховная жрица говорит о том, что все-таки некая таинственность, она будет преобладать, и вы как бы на острие ножа будете все-таки держать вот некие моменты равновесия, да, возможно, очень даже интригуя этого мужчину, но сами будете сохранять некое самообладание, что, ну да, это такой момент, вот очередной ухажер, ну вот это ваша мысль, вот так показали карты, и вот посмотрим, да, что он из себя представляет, как он будет, вот знаете, как он выберется из данной ситуации, как он будет действовать вообще. Ну давайте вот посмотрим еще, да, все-таки ваши впечатления об этом мужчине. Здесь прямо такой момент, нужно посмотреть, да, нужно разобраться, что это за человек и вообще, что он несет в мою жизнь, откуда вот его принесло вообще, да, что это за такой человек, незнакомый, возможно. Ну, давайте посмотрим. Ваше впечатление об этом мужчине, ваше впечатление. Ну, девятое, ну, вот я вижу, да, только вот пройдя какие-то определенные задания, определенные какие-то вот, скажем так, в процессе знакомства, вот вы больше его узнаете, вот только тогда вы этому человеку и откроетесь. Первое впечатление, да, интересный. Да, интересный, да, возможно, очень даже симпатичный мужчина. Но вот как-то, да, посмотрим дальше, как он будет действовать. Какого-то вот прямо, знаю, затмения у вас не будет. Хоть интерес этот мужчина однозначно вас вызовет. И здесь прямо проходит вот такая ситуация, да, что он прямо как заглядывается за вами. Прямо вот заглядывает, знаете, из-за дерева, как будет засматриваться за вами. А у него здесь какой-то конкурент будет. То есть за вами кто-то очень вероятно будет ухаживать в период, когда вот произойдет это знакомство. Будет кто-то.
То есть вы не то, что будете, ну да, верховная жрица, она как бы и на выборе. Она как бы и на выборе. Но я вижу, что действительно вы отдаете предпочтение вот этому мужчине, да, а кому-то действительно вам придется разбить сердце. То есть я вижу, что за вами кто-то будет ухаживать. Вот так вот. И вот ухаживание этого мужчины, это будет некий выбор для вас. То есть вы на выборе будете, да. Ваше первое впечатление, да, он классный, да, он интересный очень, этот мужчина, но какой-то спешки вот не будет. И будет вот тот момент, что вот, ну, кто-то отойдет в сторону, вот действительно. То есть на момент вашего знакомства будет кто-то еще заинтересованный в вас. И я вижу, что да, вы как-то будете заинтересованы в отношениях с этим мужчиной, да. То есть здесь да. То есть он будет заглядывать, а потом начнет действовать. И очень даже смело, и очень даже интенсивно, и как-то очень быстро вы сделаете свой выбор в пользу этого мужчины. Вот действиями своими он вас и покорит. Вот некой реальностью, некими своими четкими шагами, вниманием в вашу сторону, вот этим он вас возьмет. Ну давайте посмотрим еще на этой колоде, да, вот ваше первое впечатление о нем. Ну заглядывает там что-то, да, что это за код, нужно будет разобраться, моя ли это порода или нет. То есть, да, возможно, вы очень где-то будете бдительны в момент вот вашего знакомства и вашей встречи. Ну, хорошо, я вижу, что мужчине придется постараться, чтобы как-то вас вот прямо очаровать. Давайте посмотрим, что между вами образуется вообще, да, что за энергия придет. Что за энергия придет. Ох, девочки, да, вот смотрите, ситуация, конечно, картина маслом. За вами будут ухаживать двое мужчин. И вы окажетесь вот непосредственно в неком таком, в некой ситуации, когда действительно вами заинтересовано двое мужчин. И кто из них, знаете, принесет в вашу жизнь то, чего вы хотите. Вот в чем вопрос. Ну да, да, здесь у нас прямо вышла вот такая вот ситуация. То есть этот мужчина будет буквально бороться за ваше сердце, за ваше внимание. Сказать, что вот с каким-то ухажером у вас там будет все серьезно, нет. Потому что я вижу, что вы его как-то быстро отсечете, да, вот другого мужчину. А этот вот вам очень даже и понравится. Ну, давайте посмотрим еще. Ой, девочки, да, ну, я вижу, что ему... Вы знаете, это некий такой период и такой момент... Наверное, предельно важный в вашей жизни. Вот о чем я скажу. Потому что у вас окажется ключ от вашего будущего счастья. Но здесь прямо вот проходит ситуация, что вот ему придется вот действиями какими-то, не словами, не какими-то песнями, не будет у вас такой ситуации, что вот нет никого, хорошо, хоть ты на меня внимание обратил. Абсолютно нет. Где-то наоборот. То есть эта женщина настолько интересна, и она действительно вот в моменте здесь и сейчас, да, вот за нее нужна борьба. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, как же будут развиваться вот эти ваши отношения с этим мужчиной. Как будут развиваться отношения? Итак, отношения между вами, да, что там возникнет? Ух ты, девочки! Ну да, он выходит в статус императора в вашей жизни, значимый, важный человек в вашей жизни. Действительно, своими поступками он сможет вот просто вас где-то влюбить в себя, да, будет очень красиво за вами ухаживать. Вообще-то это очень такой серьезный подход, да, к желаемому. Вот по императору этот мужчина будет очень красиво ухаживать за вами. С неким таким конкретно серьезным подходом, да, на развитие отношений. Как будут развиваться вот ваши отношения? Давайте посмотрим. Так, девочки, смотрите, я вижу, что здесь будет такая ситуация выхода из каких-то определенных ограничений.
То есть все, что на сегодняшний день, по вашему мнению, могло бы остановить вот как-то развитие этих отношений, оно как-то будет отсечено. Вы с этим человеком действительно найдете определенный компромисс и сможете, знаете, отпустить все, что вас держит, и идти в свое счастливое будущее, осуществлять свои планы, свои желания вот с этим человеком. А вот действительно вижу, что у вас все очень даже сложится. Да, вы знаете, что может проходить такая ситуация, что человек на сегодняшний день на определенном расстоянии от вас, и может произойти такой момент, что вы какое-то время будете общаться, знаете, возможно, на расстоянии. Но это будет не так долго. То есть ваши отношения достаточно быстро войдут в русло стабильных и серьезных. Давайте посмотрим еще, как будут развиваться эти отношения. Двоечка кубков, девочки. Да, это некий такой выбор сердца. Это взаимная любовь. И она, знаете, свернет горы вот здесь. Свернет буквально горы. Вам очень будет, у вас будет очень такое сильное желание на объединение. И я вижу, что вот из каких-то ограничений вы выйдете и достаточно быстро. И действительно сможете с этим человеком осуществить план быть вместе. Но вы знаете, двоечка кубков очень такая карта взаимных чувств. То есть я вам скажу, что да, не только этот мужчина будет от вас без ума. Где-то он действительно найдет ключик к вашему сердцу и откроет ваши чувства и любовь, да, и у вас будет взаимная любовь. И более того, знаете, вот на дне колоды старший аркан сила и туз кубков, мои дорогие, да. У вас с этим человеком как будут развиваться отношения? Вот двоечка кубков, да, очень сильные и очень страстные, очень верные отношения у вас с этим человеком завяжутся. И это действительно безграничная любовь по тузу кубков, которая может пройти все. В этой любви утонет все. Все какие-то невзгоды, все какие-то недопонимания, все какие-то нюансы, моменты внешнего плана, потому что эта любовь, она может преодолеть абсолютно все. Да, я вижу, что у вас с этим человеком будет взаимная любовь, так как и начинался наш расклад. И не просто взаимная, а страстная, сильная и верная. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и пусть самое лучшее осуществится в вашей жизни. Всего вам самого лучшего и до новых встреч. Счастья и радости в ваши дома и сердца. Смелого и благородного человека рядом. И до новых встреч!